Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видеообзор на вот такую вот, такие вот хлопья, кукуруза ржаные, кураж, не требует варки, алтайская сказка, новинка. А здесь 400 грамм, вот они как выглядят, всякие там, да, кукурузные хлопья, ржаные, а стоило она в районе... 50, где-то между 50 и 70 рублей, где-то так. Покупала я ее в Отрадном, в магазине «Атмосфера». Вот как тут делается. Так, заливается горячей водой или молоком, накрывается крышкой 3 минуты, потом добавляется соль, сахар, масло по вкусу. Вот так вот. У нас пищевая ценность, а на все это будет фотография в конце ролика. Все посмотрите там, как она выглядит. Очень сильно шуршит, поэтому не будем ее смотреть, откроем и будем пробовать. Чуть-чуть еще потерпите. Убегает. Поубегали. Вот так она выглядит. Я ее покупал для завтраков. На завтрак она будет очень хорошо. Так, нам понадобится тарелочка вот такая. И наложим. Наложим сейчас и посмотрим. Так мне хватит. Также здесь я вижу, что всего в меру, то есть и много кукурузных хлопьев, и ржаных тоже очень много, то есть, ну, их один к одному. Это радует, это хорошо. Могли в принципе сделать чего-то побольше, чего-то поменьше. А также была там тоже типа такие же хлопья сборные, то есть там и ржаные, кукурузные там, и всякие, но там больше всего было кукурузных, а остальных было очень мало. Поэтому я взяла вот эти. Проще, конечно, разные хлопья просто купить, несколько пачек, и собрать свое что-то такое сборное, где вы точно там четко добавите по столовой ложке каждой кашки, и у вас получится все супер. Давайте я попробую сейчас сначала сухую, как она на вкус. Нет, она жесткая очень. Тогда давайте зальем кипяточком. Кипятком заливаем. Залью чуть-чуть побольше. Накрываем тарелочкой вот так вот и настаиваем 3 минуты, как было там сказано. Через 3 минуты мы с вами ее попробуем. Ну вот, прошло у нас 3 минуты, давайте посмотрим, какая она стала. Крупненькая такая, смотрите. Немножко, наверное, много я воды добавила, немножечко она осталась. Ну, ничего страшного. Теперь можно добавить сюда либо сахар, либо мед. По вкусу соль, да, там также было написано. А здесь на вид мне кажется, что ржаных гораздо больше. Вот прям все коричневое, коричневое. Конечно, хотя если все это перемешать, то... Хотя нет, коричневых больше. Так, давайте попробуем. На запах, не знаю, какой-то странный запах.
Они очень-очень вообще прям мягкие. Такое ощущение, как будто они в кипящей воде находились час. Как будто их варили. Такие вот ощущения. Для беззубых, наверное, вот для бабушек как раз беззубых вообще будет самое то. Да, на вкус как раз там ржаные, кукурузные хлопья, просто обычный вкус. Ну, такое вкусное можно поесть на завтрак. Не знаю, может быть, я немножечко передержала, но, по-моему, я держала 3 минуты. Но оно прям такое очень мягкое. Я думаю, если сюда еще добавить мед, то будет очень вкусно. И такое прям оно как будто проваренное, как будто его варили. В принципе, там хлопья, помните, они же были очень тонкие, поэтому оно очень мягкое. Очень вкусное, советую. Но обязательно добавлять либо сахар, либо мед, либо, я думаю, можно эту водичку слить и немножко добавить сока апельсиновый, например, я бы апельсиновый, наверное, добавила бы. Вот, может быть, что душе угодно. Вот, я советую, очень вкусно, мне понравилось, мягенькое, хорошенькое. А, ну, вкус, естественно, ржаных и кукурузных чувствуется. То есть, наверное, не какая-то там подделка или что-то такое. Хотя эти вот ржаные на вид, конечно, они здесь выглядят не очень. А, спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Также смотрите мои другие ролики, влоги, кулинарные рецепты. Живопись также у меня уже присутствует. Ну, она и была, в принципе. Вот, и всем пока-пока.